Всем привет, ребят, с вами Механик, и сегодня новенькая серия City Car Driving, и я приготовил для вас очень крутую РПшечку. Сегодня мы будем с вами работать водителем на машине, у которой сломалась коробка передач. Как это будет, вы увидите в этой серии. Ну а прежде чем мы начнем гонять, в это видео попадают следующие крутые комментарии. Ставь лайкосик и пиши свой крутой коммент, если тоже хочешь попасть в топ-комменты прямо в следующее видео. И да, ребят, не забывайте подписываться на мой второй канал и на соцсети. Ссылочку на все найдете в описании под роликом. Добавляйтесь, друзья, ВКонтактике, а мы начинаем. Так, заводим машинку. В общем, ну, кто не понял, это у нас Audi A8. И коробка передач просто отрыгнула, сломалась и все тут. Но сломалась она очень странно, я вам сейчас покажу, как это работает. Смотрите, я включаю драйв. Вот сейчас на нейтралочке, на тормозе держу и включаю драйв. А эту игру и многие другие вы можете купить в моем магазине. Заходи по ссылочке в описании, тебя тут ждут много ключей и аккаунтов к разнообразным играм. Тем более, что сейчас у нас действуют новогодние скидки, так что не упусти свой шанс. И видите, она просто дергается. И стоит чуть-чуть подать газку, ее просто жестко несет. Я не знаю, что с ней произошло. Но прикол в том, что надо работать, и придется работать сегодня с такой коробкой. Постоянно, думаю, буду переключать вот так вот газ, тормоз, тормози, тормози, тормози. И моя задача — не попасть сегодня в аварию. Ребят, а для вас придумал такую тему, что если вы хотите, чтобы я на какой-то тачке сделал подобную серию, господи, как же страшно мне ехать-то сейчас, то давайте наберем хотя бы 3000 лайков и напишите тачку, на которой вы хотели бы, чтобы я это сделал. У нас есть Г65 гелик, очень быстрый. Я думаю, что он просто настолько будет агрессивно ехать. И что за фигня с автобусом только что случилось? Посмотрите, он тупо застрял на месте. Но мы не будем ждать, пацаны, нам некогда ждать. Мы должны забрать начальника своего. Так, сейчас вот аккуратненько вот так объезжаем автобус. Так, на бордюрчик чуть-чуть заехал, но ничего страшного. И самое главное, что вот, посмотрите, просто ее несет жестко. Просто жестко тачку несет. Если давить на газ, это вообще просто что-то с чем-то будет. Куда ты едешь, собака? А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик! Да, надеюсь, что сегодня не случится у меня сердечного приступа, потому что это жесть какая-то, пацаны. Никому не рекомендую этого делать. Такими стали, если что, ну, коробки сломались практически во всех машинах в City Car Driving после обновления, так что не рекомендую вам гонять тут. Смотрите, тупо чуть авария не случилась на наших глазах. Так, надеюсь, что там никого нет. Там никого нет. Ах, тихо, спокойней будь. Тихо, нам сюда. Так. Ух! Тихо, блин. Жесть какая-то, что же происходит, а? И уж лучше бы совсем эта коробка сломала, чтобы я никуда не ехал, потому что это вообще невыносимо. Хотя вот сейчас, смотрите, на драйв поставил, и все вроде как нормально. Не-не-нет, ненормально. Чтобы вы понимали, вот, тормоз в пол, она едет, абсолютно ей пофиг. Жмешь ты тормоз, не жмешь тормоз. Если нажать чуть газку, она иногда просто вырывает вперед. Я не могу ее уже никак остановить, вот как сейчас прямо. Фух, жесть какая-то творится, но деваться некуда, приходится как-то выкручиваться из данной ситуации. Ой, мамочки, давай проходите быстрее, я не могу ждать, мне ехать надо. И ехать мне приходится очень сложно это все. А, как же долго они идут по этому пешеходному переходу. Давай, фордец милицейский, поехали. Посмотрите. Оп. Это напоминает... Блядь, ну как так ты, я в тебя врезался, а? Ну как это? Да что ж такое-то? Я вот сейчас газ вообще не жму, она едет сама. Что, за что мне это вообще? За что мне это? Съехать забирать шефа. После этого мы с вами поедем. Куда поедем? Мы поедем отвозить его туда, куда ему надо. Тут еще жесткие пробки вот эти. После новогодние пробки, ребят. Не рекомендую вам ездить в такое время, потому что сами видите, ну, тупо опасно.
Тем более, что на дороге встречаются такие вот, как и я. Так. Ну ты газелист, блин, гребаный, пропусти. Ну что тебе стоит-то? Он же вот тут прямо, да, в мертвой зоне едет, мне кажется. Нет? Странно, а мне показалось, что да. Вот что-то я вижу в зеркале, я думаю, что я перестроюсь и попаду в ДТП, нет? О, нет, слушайте. Странная фигня, на самом деле. Я что-то подумал, что он прям там едет, прям в мертвой зоне у меня едет и не дает мне его обогнать. Фух, уже все, уже мерещится что-то начало, потому что просто спекнулся вот от такой езды. Ну, сами прикиньте, мне постоянно приходится коробку туда-сюда вот это вот делать. И причем я коробкой регулирую скорость, это настолько непривычно. Типа вот, видите, как будто насосом накачиваю колесо. Так, драйв и поехали. Ой-о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 й
Тихо. Да что ж такое-то? Как ехать вообще не могу. Ох, жесть, пацаны. Так, подгазовываем чуть-чуть. Давай, подгазовываю, сейчас на обгон иду, вышел на обгон. Смотрите, развил слишком большую скорость, надо оттормаживаться. Так, а мне на этом перекрестке поворачивать. Отлично, тут прямичок какой-то нарисовался. Так, ну что, едем тогда. Ох, ты ж быстрая какая, блин. Так, тормоз. Тормоз, фух. Так, мне осталось еще 2 километра, да? 2200 осталось. Фигня, на самом деле. Я думаю, что сейчас все получится. Так, вот это опасно. Обгоны, пипец, как сложно делать. Да куда ты поворачиваешь-то, дядь? Куда ты там собрался, да? И проехать нормальным пацанам. На работу спешу. А то начальник уволит. И так уже машину стукнул один раз. Блин, Это все печально, пацаны. Это тупо. Это новогодние проделки какие-то, потому что, ну, так не может быть. Это ненормально, это нечестно. Так, лечу. Ой-ой-ой-ой, что-то слишком быстро. Что-то она какая-то сумасшедшая, парни. Тупо сумасшедшая тачка. Ну ее нафиг. Вы видели? Просто молниеносно 180 было. Ох, вот это жесть. Да, зима вносит свои коррективы в поведение автомобиля. И ездить очень жестко. Чуть-чуть начинаешь тормозить в пол, сразу заносят машину. Я по привычке-то жму на педали, чтобы регулировать ее движение. А приходится все это потом вот так еще ручкой делать. Так вот. Так, я надеюсь, что сейчас не будет никакой фигни туда в горку. Потому что если будет фигня в горку, это будет жестко. Ну пробка в горку, понимаете, которая сейчас будет там в гору. Это будет реально... Мне не надо туда ехать, офигенно. Офигенно, не доезжая горки у меня, сядет шеф мой. Подождем прям там. Я не буду никуда стартовать, я прям там подожду и посмотрим, куда ему надо будет ехать. Так, давай. Я не жму никакие педали, она сейчас сама заезжает. Я никакие педали вообще не жму. Я бы вам ноги показал, но у меня носок дырявый. Поэтому... Тупо никакие педали вообще не жмутся. Так, где-то сейчас мы должны будем скоро тормозить. 70 метров, 60 метров, 30, 20. Доехали, все. Нейтралочка, тормоз, паркинг. Как паркинг поставить? Ох, ё. Где паркинг-то? Во, паркинг. Доехали. Слава богу, доехали, пацаны. Так. Шеф, наверное, в багажник засел, да? Но, как видите, у меня полный салон сидений, так что пишите в комментах, кто на каком месте сидит, а нам дали задание ехать дальше, да? Ну, понятно. Я и не ожидал ничего другого. Ох, тихо, падла. Тихо, стоять, к ноге сидеть, лежать. Едем дальше, нормально. Так, сейчас вот этой вот штучкой я накачаю немного бенза в камеру сгорания, машина поедет. О, никто пропускать нас не собирается, по-моему. Пропускай, падла!
О-о-о, в смысле, куда ты прокатилась-то? А, то ж нейтралка была. Так, нормально, потихонечку прокрадываемся. Спасибо, спасибо. Дядька, спасибо, тихо-тихо. Стоп. Понесло. Так, а что если она... Главное, чтобы она не перестала выключаться, у меня эта нейтралка. Так. А что если она перестанет выключаться, как сейчас? Она перестала выключаться. Блин, она не выключается теперь. Пацаны, она тупо не выключается. Вон она. Вы слышите? Я думаю, вам слышно, как я переключаю. Она не выключается. За что мне это дерьмо? Я включу свет хотя бы. У меня даже свет не работает. Или работает? Не понимаю, работает или нет, нигде не отображается. Надеюсь, что включился свет. Ох! Ох, понесло. Тормоз не работает. Короче, тормоз нормально, только на нейтралке работает. Мне нечего делать, я буду пытаться так. Я должен, пацаны, я должен довести начальника, который в багажнике. Мне главное багажник сберечь. Ну и вас тоже желательно сберечь, а вы расселись по салону. Надеюсь, что написали свои места. Ты чё, козлина, на БМВ делаешь, а? Просто козлина. Взял и остановился, видя, что у меня нет тормозов. Он взял и остановился передо мной. Но я пока еду спокойно, у меня более-менее как-то получается, посмотрите. Нет, не хочу разбиваться. Не хочу, пацаны, не хочу. Я вас спасу. Я спасу вас, тихо. Тихо, я спасу вас вот так вот по обочинке. Тут красиво прошел. Дай дорогу. Дебил едет, дорогу дайте. Дайте дорогу. Дорогу. Работает, да, видите? Не нужен громкоговоритель на крышу орать там, типа, дебил едет, дайте дорогу. Так. Так. Нет. Нет. Опасно. Слишком близко к машинам. Так, вот там впереди сейчас может случиться жопа. Потому что там место для одной машины, а у меня не одна машина. Тут много, поток машин, надо как-то встроиться. У кого главная дорога? По-моему, у них главная дорога. У них главное, но я не пропущу, я нет. Ух, спасибо, ребят, спасибо, вы просто красавчики. Вообще молодцы, не поехали. Слушайте, ну это... В принципе, вот нам очень повезло, что надо ехать здесь без города. То есть по загородной трассе очень сильно повезло, прям фартануло жестко. О-а-а! Заклинило опять педаль газа. Опять педаль газа заклинило. Тормози. Фух, жесть. Тупо жесть происходит какая-то. Ну это все, это вот баги, коробки. О, начала переключаться на нейтралку. Смотрите. Пипец. Просто пипец какой-то. Давайте заедем в деревню к дедушке-бабушке. Что-то странный какой-то заезд. А, видимо, мы сзади сейчас. Ну ничего, мы сейчас объедем. Объедем сейчас. Посмотрим, может, дед чем посоветует, да? Дед-то как бы, ну, шаристый чувак. У него тракторов там полно. Может, он что посоветует? Сколько нам еще ехать? Сколько? 7 километров ехать? В смысле, а почему? А вот сейчас 64 метра. Типа какая-то дичь творится с навигатором. Навигатор тупо сломался. Не понимаю, что происходит. Сейчас мы выйдем на дорогу. Я надеюсь, что он одумается. Нет, он показывает один метр. И вот теперь 6. Ладно, сейчас доедем. Ну что, тогда к деду не будем заезжать, я так понимаю. Потому что долго очень получится. Вот это тормоз в пол. Дедуля, прости, пока. Мы уезжаем. Посмотрите, как глючит. Глючит просто систему. Так, нам сейчас выезжать получается туда. А так нельзя, что ли, выехать? Ух. Блин, аудюха на кватро тупо зарешала. Сейчас выехал вообще по красоте. Тормози.
И газуй. И газуй, и тормози, и тормози. Вы понимаете, что прикол в том, что когда тачка газует, она не рулится вообще. То есть ее когда понесло, вот как сейчас ее понесло, она перестает рулиться, ее просто несет куда-то вот в том положении, в котором она ехала, ее продолжает нести. Сейчас мы на заправке развернемся! Фух-фух-фух-фух-фух! Вот это да! Это просто я везунчик. Просто везунчик-щелкунчик какой-то, это жесть. Что же мне делать-то, а? Что же мне делать-то? Куда ты летишь-то, Гауди, успокойся. Так, вот-вот поворот, 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 поворот. Сейчас повернем здесь. Здесь я знаю, что нельзя поворачивать, а выйду из того выезда, пофиг мне. Тупо пофиг, потому что, ну, сами видите, обстановочка такая серьезная. Так, я надеюсь, что никого нет. Никого нет. Опять понесло, заклинивает еще и педаль газа, походу, получается, что такая тема, да? Ой-о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 й, пацаны, вот это жесть, вот это серийка сегодня сверхлютая получилось, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стоять, держи дорогу, пожалуйста. Пожалуйста, держи дорогу, Унюха. Ну, под конец-то нельзя вот это вот делать. Ну, что ж ты делаешь-то, а? Мы сейчас разобьемся, пацаны. Я жму тормоз просто со всей силы. Да ну его нафиг, если честно, это жесть какая-то. Это невозможно просто. Это просто невыносимо. Это просто невыносимо. Куда ты летишь-то? Куда ты так летишь? Мы приехали. Мы приехали, маршрут не заканчивается. Куда еще 2000 метров? В смысле? В смысле? У нас даже навигатор залагал. Я не понимаю, что вообще происходит. И главное, чтобы никто не останавливался впереди. Главное, чтобы не было пробки. Потому что я тупо не смогу остановиться. Вот тормоз в пол. Не работает ничего. Тормоз в пол не работает. И газ. Газ странно работает. Все странно работает. Что делается-то? Стоп. Стоп. Нам надо развернуться. Кажется, мы почти приехали. Разворачиваемся. Класс. Класс. 200 метров показывает. Осталось фигню доехать. Так, я попробую остановить машину, заглушив мотор. Нормальная же тема, согласитесь? Заглушил. Тормози. Где ручник? Ручника что-то нет. Ручник, наверное, у меня вот здесь этот. Ну, типа такой вот этот ручник, который я дрифтую. Все, мы приехали. Я высадил начальника из багажника. А, на этом хватит. Пацаны, хватит. Ну его нафиг. Серьезно, заканчиваем серию. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. С вами был Механик, РПшка в City Car Driving. И всем пока.